Я напоминаю, что Никита Гусев один из лучших бомбардиров лиги, так что шансы Бурых Медведей крайне невелики. А ты что здесь делаешь так рано? Видите, перезвоню. Вам Макеев не сказал, что я с вами сегодня на лёд выхожу? Нет. А вы теперь всегда с нами будете играть? Не, я только сегодня. Командный дух вам чуть поднять. Илья, день добрый. Я Александр, второй тренер Медведей. А, Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста, это розыгрыш? Мы с Макеевым думали, как вас усилить. Вот, слава богу. Сенька, почему мне не перезваниваешь? У вас там все нормально. Сень, ты меня слышишь? Сеня! Это вы, полковник Серегин? Ну, допустим. А вы кто такие? Призывники. Хоккеисты из Медведей. Замечательно. Нам как раз двух человек не хватает. Команду в часть отправляем, а у нас недокомплект. Так, грузитесь в автобус, а документы позже оформим. Какой автобус? Мы просто пришли поговорить. Пришли, поговорили, вперед. Тимохин, принимай пополнение. Подожди, товарищ полковник. Че, сынок, давай вперед. А че застыл? Алло. Ты меня слышишь? Сынок. Сынок, прости, Сеня. Привет. Выдохся. Не то слово. А ты что, порезался? У тебя руки в крови. Малька пообщался с нашим соседом. Пару раз между ушей жахнул. Коля, что ты наделал? Коля, ты его убил. Коля, ты же на площадке, там лужа крови. Тебя посадят. Слушай, Сень, давай быстро вызываешь скорую, а я пойду посмотрю, что там. Сень, ты меня слышишь? Сеня! Сеня, сынок! Сеня! Ну хорошо, ждем вас, ждем. Всего, до свидания. Пап, привет. Здорово. Слушай, а ты с кем вообще разговаривал? Да, подбираем нового тренера для Медведей. Стоп, а как же Макеев? Какой Макеев? Мы его увольняем. Ты посмотри на своего Макеева. Летает где-то на своей волне. Все, вопрос решен. Ты меня понял? Сень, что ты как баран вылупился? Ты меня слышишь? Сеня! Сеня! Ба! Сенька, свершилось! Что свершилось? Курс взлетел. Какой курс? Ай, какой? Нашей криптовалюты. Твой папка за два дня нарубил 12 миллионов. Прикинь. Сколько? 12! Долларов? Да каких долларов? Подожди, рублей. Все, поехали в салон. Будем машину тебе выбирать. Хватит тебе пешком ходить. Так у меня и прав нет. И права купим, сынок. Слышь, сынок. Сенька, ты меня слышишь? Сеня! Сеня! Сень! Сень, подъем!